Хаю! Мы над краем полетим, мотыльки нам навздогон. Года кожная пора рушить с нами во унисон. Там, где курочки гудахчут, и каток до нас бежит, и где любят рыбу Фіндус пэтсанам ловить. Там пригодов шмат жыве, яких не знойдзеш больше нигде. Пэтсанаў брат. И тут прывід схіліўся над старым и промовіў, зірні ў вочы жаху. Пэтсан, а кроў капае. Кап, кап, кап. Ты меня зусім не слухаешь. Слухаю. Сапраўды? И что тады сказал прывід? Что нечто ляпае. Я что, дверы не зачинил? Не, капае. Хиба кран потек? Кроў капае, кроў. Дык заляпей пластыром. Рассказывать истории про прывідаў? Не цікава, коли ни одна живая душа тебя не слухае и не пужается. Фіндус, прывідаў не бывае. И уже час гасить святло. Знов гэты нягодник у гости приехал. Як на мяне, ён абаяльны и годный человек. Я ведаю, что прывідаў не бывае, але ўсё роўна. Яны страшныя. Пэтсан, там по двары нехто ходить. Пэтсан! Пэтсан, як ты можешь быть звонку, коли ты ляжешь тут у ложку? С чего гэта мне молчать? Хвилинку, коли Пэтсан ходит по дворы, то кто-то да ляжить тут. Что? Ау! Просто хотел переконаться, что это ты. А кто еще это может быть? Не ведаю. Але ты не можешь одночасно быть и тут, и там, на дворы. Правда ж? Коли своими историями ты нагнал на себе такого страху, что не можешь заснуть, то ты сам виноватый. И досыть уже будить меня кожную хвилину. Але там был ты. Фіндус. Кто ж это может быть? Это прывід. Лохта, прывідаў не існуе. Зараз я вас зловлю! Ну что, братья, напужались, ага? Альфрэд? Так, твой любимый братик вернулся. Пэтсан, гэта дасціпнік, правда, твой брат? Так, гэта ён. А ты дагэтуль баишься прывідаў, як у дзяцінстве. Да поможи мне, Фіндус. А я и не ведал, что у тебя есть брат. Ну так, я сам уже амаль забылся. Нет, не подобно, как ты радовался. Вох, радуюся я. Просто ведаешь, Альфрэд крыху, як бы сказать, дивноватый. Добрый день, Пэтсан. Ну и поветра. Надыхаться не могу. А здоровье, оно не вечное. Бяры прыклад з мяне. Табе трэба пападарожнічаць. Але ж у мяне фіндус и куры, и... Немагчым атрываць. Птушки, куры. И гэта ўсюды суе свой нос. Куды б я не пайшоў. Але ён же такі милый и дружалюбны. Давай правядзём колькі часу разам. Толькі ты и я. И прасачы, каб гэтыя куры не павылазілі. И чаго гэта вы там марудзіце? Мы хочам выйсці на солнце. Вы не супраць сёння пасядзець у куратнику? У куратнику? Сёння? Ты что, зусім куку? Просто там же холодно и... Большего глупства я ў жыцці сваім не чула. Вам нельга выходзіць, бо до нас приехали гости. Гости? У вас там свято, а нас навод не запросили? У нас только один гость, мой брат Альфрэд. Твой своячок! Як мило! Не! Он не любит таких, як вы. Таких, як мы? Курей! Ни сумлення, ни сорому! Мне сапраўды соромно, что я их зачиняю. Як не як, яны тут живут. А что, коли Альфрэд надумае застаться? Альфрэд? А, видать, мне треба побудовать летишко. Тут у дворы. Ну, ходим на озеро. Думаешь, ён серьезно, что хочет переехать сюда? Ведаешь, Альфрэд любит спужать людей. Тому я не упевнены. Что ж, хутка доведаемся. О, які ж у вас цудоўны брат. Хутка буду готовы. Я не маю нічога супраць таго, каб бавіць час з братам, але гэта так стамляе. Я готовы, запускай мотор. Чаго ты чакаеш, Пэтсан? Давай, запускай. Хутчэй! Ды што ж ты за зломак гэткі? Пэтсан! А? Думаю, Альфрэду нельга было гэтага дозволять. Добрый вечер, Пэтсан. Добрый вечер, Густаўсан. Я чуў, что у тебя табарыўся Альфрэд. Ты все правильно чуў. И что, ён может застаться тут назаўсёды? Не, ён тут у адпачынку, як звычайно. Боже, что там за здоровяка? Пэўна, вялізны шчупак. Да что ж это такое? Няўжо гэта Густаўсан уласнай персонай? Слухай, тебе мои плавки больше не треба? Тебе на крючок и сапраўды трапіўся здоровяка, Густаўсан. Здоровяка без плавок. Гэты ты пачынае дзейнічаць мне на нервы. Кинь мне вяроўку и вытягни меня на берег. Хочу есть. Ён заўсёды был такі. Ты про что гэта? Ну, что ён заўсёды ўсё вырашае. Так, ён заўсёды сачыў, каб апошняе слово заставалася за ім. Але ён бывае милый. И калі гэта? Ах, будем прымаць яго таким, як ёсць. Усё ж у яго адпачынак. А? Ты, пэўна, уже наеўся, так? А тэфтэлькі, дарэчы, просто смакота. Что ж, теперь я пойду на боковую. У меня ж як-ніяк адпачынак. Ходим, приляжем ненадолго. Не бяры до головы, коте. Нияк не могу развеселиться. Ох, як мило с твоего боку. А, у фургоне было так горячо. Ведаешь, что Альфрэд? Я ведаю, что ты хочешь сказать. А, сапраўды? Альфрэд, чему б тебе не застаться тут назаўсёды? Хутчэй, нясі мою стрэльбу, Пэтсан! Застрэль гэту пачвару! Гэта ж просто сова! Я ненавиджу птушак! И коли хочешь, каб я застаўся, то позбаўся от их и от курей, и от соў. Тебе треба было правучить гэтага Альфрэда, Пэтсан, а? Так, але ты мусишь мне дапамагчы, Густаўсан. Я вельмі спадзяюся, что ты пришел, каб нарэшце нас выпустить. Пэтсан! Пэтсан! Да поможи! Ты сказал, что ты приберешь курей, Пэтсан, але ж яны усе зачинены. О не, яны только что спробовали меня прикончить. Что? А, ты маешь на увазе диких курей? Диких курей? Я про таких николи не чуў. Яны живут тут, у лесах. Яны довольно редкие. Самое горшее тое... Что? Что? Певень, дикий певень. Что? Дикий певень? Дикий певень из племени диких курей. Сапраўдная пачвара. Кукареку! Ну что ж, дякую великий за все. Ах, ну так. Хоть и няма за что. Мы завжды рады гостям. Так. Не хочешь приехать до меня в город? Ну, я думал, ты хочешь побудовать тут летишча. До побачення, Альфрэд! Не вертайтесь, занадто хутка! Не вельми гостинно было, настолько мощно его пужать. Можно мне уже все это снять. Только не хвалюйтесь. Тебе варта пайсці в гэтым строй до дому. Эльза докладно не бачила тебе таким самого веселля. Мультфильм агучаны студыяй Gavarun.by. Шчыра дякуем Валеру Мятельскому, Миколаю Мятельскому и усім фундатарам за падтрымку.